Ламывается очередной врач-акушер. Дамы и господа, леди Уолда родила дитя, мальчонку, розовощекого и здорового. Принимайте поздравления, товарищ Болтаев, говорит Карстарк. А Рамзай сразу все понял, что это конец всем его ожиданиям, чаяниям. Папа, поздравляю. Жду, не дождусь. Встречи с братишкой. Ну, Болтоев, чтобы не расстраивать, ты всегда будешь моим первенцем. Спасибо за такие слова, говорит сынок. Они многое для меня значат. И папе, нажав в живот. Ха! Папа не ожидал. Вот ты вырастил такого дегенерата, к которому вообще к нему просто страшно подходить. Ну, если отринуть там актерские сценарные дарования, но это же дегенерат натуральный. Ты чего? Он маньяк просто. И ты, значит, от своего маньяка такого не ожидал. Ты его только что приблизил, возвысил и все такое. И тут ему сообщаешь, пошел нахер, не мешай, блядь. И что? Что маньяк-то делать должен? Хотя бы просто от отчаяния, не потому, что у меня там какие-то коварные интриги, дворцовые. Просто тебя зарезать, суку, такую, блядь. Во-первых, что так ты делал при этом? Что он пальцем даже не пошевелил? Молча стоял. Ну, семейные разборки. Ладно, ладно, семейные разборки. Все зависит от Руслана Болтоева. Просто все зависит. Потому, что этот дебил ничего управлять не сможет. А значит, вот все, что нам сейчас светит, а светит вам по фильму. Это самое главное. Не по книжке. По фильму. Вам светит война с ланнистерами. Да вам пиздец. Да. Потому, что Руслан-то мог еще что-то вырулить. А этот-то просто долбанутый. Я бы попытался все-таки как-то угомонить. угомонить малолетнего дебила. Ну, видимо, уже было невозможно. Пока с папкой обнимался, он, он бы не успел. Кстати ничего. говоря, вы же сами нам это рассказывали в одном из предыдущих сезонов, как папка характеризовал своего бастарда. Когда, говорит, у меня родится еще один мальчик, он его убьет. То есть у папы никаких вообще сомнений, вообще никаких сомнений в том, кто это такой. Это же ебобо. Бой. Вот, это Ебобо. Вам поможет кот в забо. Соответственно, почему Болтоев резко потупел? Они там все резко тупеют у вас к концу сериала. Болтоев же был умный, да он там один из всех этих северных лордов был хоть немножко с маслом в башке. Угу. Потому, что все остальные как на подбор долбоебы. Дебил, да. Начиная с их начальника недостарка. Потому, что, как известно, осина не родит апельсина. Яблоко от вишенки недалеко падает. Баба с возу лучше новых двух. Как говорится, болтун в своем глазу бревно не замечает. Что они так? Деньги лучше, чем журавль в небе. Не нравится, не ешь, а вперед, батьки, не лезь. Да. Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь и прочие народные мудрости. А что он у вас так резко это? А девочки-сценаристки решили вот так. Был умный, стал дебил. Херак его зарезали. У Мартина же всех убивают. Давайте его зарежем, блин. Ну, какая-то, блин, вопиющая глупость.